Bentley представила стратегию развития своих моделей под названием Beyond 100, то есть после сотни. Как известно, недавно британская марка пышно отметила столетие, и сейчас самое время, чтобы обрисовать планы на будущее. Нет ничего удивительного, что эти планы главным образом касаются электричества, хотя переход на новую энергию будет постепенным. В следующем году дебютируют свежие подзаряжаемые гибриды, а к 2023 году такую модификацию получит каждый Bentley. В середине десятилетия будут электрифицированы уже все модели. Полное же избавление от двигателей внутреннего сгорания назначено на 30-й год. И это при том, что сейчас именитая марка гордится своими моторами на 12 цилиндров. Тем не менее, подобное развитие событий совершенно не пугает покупателей британского люкса. Около половины клиентов бренда уже готовы купить автомобиль, который будет передвигаться исключительно на электротяге. Впрочем, переход на вольты и амперы становится, если не мировым, то европейским трендом. В 30-м году запретить продажи бензиновых и дизельных автомобилей планируют Германия, Нидерланды и Дания. Родная для марки Bentley Великобритания тоже последует этому примеру. Так, премьер страны Борис Джонсон на днях сделал заявление, что старушка Англия будет терпеть ДВС еще максимум 10 лет. А дальше все. Только электричество. Что же, еще совсем недавно мы не представляли, как наши западные соседи смогут обходиться без дизелей. Но вот результат. В сентябре на территории Евросоюза электрифицированные модели по продажам впервые обошли дизельных собратьев. Другой безусловный тренд – активная цифровизация всего, что только можно. И руководство Bentley уже приняло решение построить новые здания, где будут вестись соответствующие исследования и разработки. Кроме того, в планы британского автопроизводителя входит создание центра испытаний автомобилей и центра контроля качества. При этом своими сотрудниками компания мечтает видеть местные таланты – вчерашних школьников и студентов из графства Чешир. Но самое главное, в следующие 100 лет своей деятельности Bentley обещает по-прежнему уделять огромное внимание искусному и, разумеется, строго ручному производству автомобилей, какими бы они тогда ни были.